Вот товар вот так красиво разложен и расставлен. Это вам не обычный базар, где, может быть, все свалено и нет места у людей, да. А здесь, пожалуйста, все можно рассмотреть внимательно, да? И даже увидеть авторов, людей, которые все это производят. Вас как зовут? Желдызочка, с наступающим Новым годом. Пусть выставка, ярмарка, хан-базар для вас пройдут успешно. Для поклонниц. Вот люди более старшего поколения знают толк в этом, хотя и молодежь тоже понимает, ура? Mm, да, 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 потому что это же вот... Да, антикварные, очень ценные вещи. Обращаю внимание на эту птичку с такими тонкими ювелирными коготками. Ага. Как все это филигранно тонко исполнено. Это надо любить вот это дело, чтобы творить вот такие чудеса. Наверное, с этим надо родиться. Вот кенгуру с кенгуренком. А мы без вас, вас уже тут женили. Я показываю своим читателям. Смотрите, мы начали с птички вот с этого. Ну вот никогда не надо проходить просто так ряды на базаре, красивые ряды, правильно? Потому что надо каждую вещь надо потрогать руками, примерить к себе, полюбить ее. Вас как зовут? Наталья. Наталья, да? И вы давно уже вот творите такие чудеса? Ну, так основательно, года 4. Сначала карантина. А, сначала карантина? А мечту лелеяла давно. Угу. Ну, это надо было с чего-то начать, попробовать, потому что это же не сразу получается. На карантине освободилось много свободного времени, и нужно было уделять его творчеству. И надо знать, где еще взять материалы. Ну, это... У нас много пряжных магазинов в Бишкеке есть, так что... Угу. Это, наверное, какие-то еще неосуществленные детские мечты? Может быть. Хотя, не знаю, у меня было хорошее детство. Да? То есть без травм детства, да? Без. А то обычно говорят, ой, травмы детства. Нет, я очень долго играла в куклы, игрушек у меня было много. Ага. Ну, с наступающим Новым годом вас. И вас тоже. Всего пусть хорошего. Он будет успешным. Всем и здоровым. И ваши игрушки радуют и взрослых, и детей. И по большей части, конечно, для взрослых. Оля шьет. Да. Это все вот она сама. Угу. Девочкам. Ткани натуральные, фламенки. Хендмейд. Замечательно. Девочкам. Подарочки. Вообще красота. Да, то, что руками человека, не на производстве, это все очень ценно. Потому что имеет... свою теплоту. Вот, смотрите, сколько расцветок. Вот прямо, даже если скажешь, а вот этого у вас нету, а здесь скажут, нет, у нас и это есть. Вот, они пожалуйста. Секретом. Еще и с секретом. Они есть двухсторонние, двухцветные. А, вот так. То есть купи вот на это самое, на все случаи жизни. Да, можно переворачивать, носить другими цветами. Какие вы молодцы. И вот это вот авторская работа. Вас как зовут? Оля. Оленька, да, Оля. Оля у нас использует итальянскую шерсть, вискузу. И это тоже ваши шарфики, да? Да, вот. Какая умничка. Ну, я вас видела на этой выставке, по-моему, около АЛАТОР. Да. Видела. Так что давайте, просыпайтесь, приходите, не спите, граждане страны. Вот тоже какие интересные шкатулочки. Здравствуйте. Ну так скромно, авторы сидят,
в стороночке. Вот, пожалуйста, тут целая команда снеговиков войлочных. Вот. Мне кажется, не найдется человека, который бы здесь не выбрал для себя что-то, потому что здесь на разный вкус, как говорят, на разного товарища и на разный вкус. Я права? Да? Хорошей, успешной торговли вам и предновогоднего настроения. Лабрадорит, знаешь, вот это вот, видишь, полудрагоценно, что ли? Да, полудрагоценно. Вот это вот прям интересно, я тоже как бы своим вот меня, смотри, журналистским любопытством красивый. Влезаю. Это камни натуральные? Камни, да, агаты, спилы агатов, на них цветы. То есть вот такой подарок можно получить, да, на Новый год, на день рождения. Да, и это с будет прямо камень. Семейной реликвией. Как, очень да, красиво. Цветы наши я сама выращиваю на даче, угу. В горах собираю. Ух ты, как интересно. Вы автор. Да. Вас как зовут? Света. Светочка, да? С наступающим Новым годом. Да, да. Спасибо, вас тоже. А я вот пришла на выставку и предупреждаю всех своих читателей, всех, кто сюда придет, что не проходите мимо. Присмотритесь к каждому. Новогодняя, янтарь, цветы настоящие, экспонаты. Вот посмотрите, видите? Это само солнце, которое отражается в украшениях. Да? Оно, видите? Кусочек лета. Да, кусочек золота. Вашего золотого успеха. А тут и брошки, и все, да? Вот да, чего только шерсть, нет. Угу. Да, вот, по-моему, в прошлый раз тоже моя подруга у вас купила здесь. Да, наверное. То ли кошечку, то, ну, что-то пятнистое она покупала. От барсика, снежного. Скорее барсика. Всего, барсика, да. Фирменный. Вот, так что, если увидите вот такого барсика, знаете, это от Светы. А там уже, я не говорю, там целая заячья семья. Да, следующий год кролика. Поэтому... Да, да, да. Тут вот, ой, тут еще и... Это лисичка или это волк? Волк, это лисичка. Угу. Ах, какая прелесть. Вот они, ожившие сказки. Вот оно, творение рук человеческих. А у вас нет маленькой такой жилеточки для внучки моей? Так, это что это такое вы вяжете? Какой-то шап. А, игрушечка да. Это, да? Опа, игрушечка. Ага. Сейчас посмотрим ваши игрушечки. Вот они, да? Вот так рождаются игрушки, да? Да. Есть жилеточки для моей трехлетней внучки? Жилеточки есть? Нет. Жилеточки вот нет, почему жилеточки? Сейчас все болеют, пневмония, дети болеют. Давайте жилеточки, детка. Носочки есть. Ну вот носочки есть, но жилеточки тоже хорошо. Хорошо. С Новым годом! Вот наступающим! Спасибо, и вас тоже. Это уникально. Вот мужчина, эркек. Саламатспе, здравствуйте. Я показываю Ханбазар для своих читателей в социальных сетях. Вы сами откуда? Из Бишкека. Из Бишкека? Mm-hmm. Вы сами производите или просто да, сами? А, жена производит. Вот такой тандем, да? Муж и жена, как говорится, одна сатана, да? Вот какие интересные предложения есть для каждого. Вот посмотрите, а тут тапочки, да. И вот наши любимые браслетики. Для маленьких, для больших. Вот, пожалуйста. Одним махом тут как бы все и не покажешь, потому что надо всматриваться, пристально вглядываться в каждую вещь. Посмотрите, как это все красиво, как на новогодней елке. Говорит, побольше гуляйте, занимайтесь. Может быть, снять эти пленки? Нет, нормально, все видно, очень хорошо, да. Это же бисер, бусы, да? Да, это все нет. У меня вот в основном украшения из бисера. Угу. А камушки вот эти натуральные, я добавляю. Угу. Да, это очень
ювелирная работа, видите, сколько здесь всяких фантазий вложено. Это тоже все ваше? Это все мое. Да, у меня, кстати, есть от вас. Я покупала у вас. Да. У меня есть ожерелье в виде платочка. Косыночка, да? Косыночка. Я у вас брала раньше. Я уже с вами работала, приходила и снимала вас. Даже ваш почерк узнаю на подписях. А вот это вот для маленьких девочек чокеры. Ага. И, ну, раз, знаете, мама подходит, себе украшение берет, а девчонка стоит и глазенками смотрит, но ей тоже ведь хочется. Ага. Здорово. Да, я знаю, что у вас каждое украшение — это произведение, отдельное произведение искусства. Ну, да, у меня есть гранат, свеча, вот этот подсвечник гранат, я покупала на позапрошлой выставке, позапрошлом году, помню. Да. Здравствуйте. Спасибо. Да. Спасибо. Вы поправляете. Сережки только одна пара есть. Да, а вот еще, пожалуйста, вот эти вот новогодние, как они называются, колокольчики. У меня тоже дома такие висят. Здорово. Вот эти на ножках закручиваются. Гранаты на ножках. Блюдце, я так давно хочу такой намножку. Гранат. Угу. Да, может, так положить печеньки какие-то. Здорово. Тенгри. Угу. Да, это, по-моему, закладки, да? Закладки для книг. Вот посмотрите, сколько фантазий. Еще как бы может быть неизученной и неизведанной многими нашими покупателями, которые должны непременно проснуться и прийти сюда в эти ближайшие выходные. Угу. Ну, вкусняшки тоже нужны. Не только что все красиво было, но и чтобы еще все было вкусно. И все мама постела. Боже, до чего доходят фантазии наших мастеров. Даже ценники указывают. Конечно, на каждую вещь нужен свой ценитель. Вот какой пейзаж за окном в импровизированной раме. А вот, пожалуйста, мечты о море и о дальних странах и путешествиях. И котики, вот что, где-то котик опять появился. Мне понравилась одна. Когда люди перестают читать книги, они перестают мыслить. Так, да, да. Или воспринимает, да, всю информацию. Угу. Она все сама красит, вышивает. А это вот для любителей вести дневники. Посмотрите, какие замечательные подарки. А вот как тонко все. Да. Ну, кто не вышивал, тот не знает, что эта работа предельно требует предельного внимания и аккуратности. И терпения. Вот. Я вышивала давно в детстве, вот, посмотрите. Вот. Мыла ручную работу, чаи. Ну, я вот, кстати, себя поймала на мысли, что я обязательно вот что-то уже приобретала у тех или иных авторов. Пользовалась, да, и как бы вот я... У вас такая жилетка красивая, это тоже ручная работа? Нет, она обычная, производственная, это мне дочка. А вот снежиночка, да, она сделана. А вот это у вас почем? Вот эти 1700. Эти по 200.
300. Вот такие вот всякие брошечки. Просто брошечка, каждая брошечка должна найти свою хозяйку. Мужчины, вот посмотрите, если вы думаете, что подарить своим милым дамам, вот, не растеряйтесь. Правильно? С наступающим Новым годом! Вот что можно сделать из, казалось бы, из обычных бус. Посмотрите, сколько здесь вариантов промысла рукодельного, рукотворческого. Вот. Ну, вот такие вот, это еще просто. А вот это все уже, это уже все посерьезнее. Ну как же вот без посуды к Новому году, к новогоднему столу. Тоже эксклюзивные ежи, правильно? Нет, это вот заводское. Это для ежедневного пользования. Крововомывки, посудомойки не боится. Это каменная керамика. Это каменная керамика, да? Долго держит тепло, очень сложно разбить. Интересно, да. Вот этой информации у меня тоже не было. Видишь, вот так бы пробежала, я не видела. Вот эти вот, какая прелесть, вот эти бутылочки. Это испанские вазочки. Вазочки, да? Угу. Ну, или подсвечники, или, ну, как хотите. Хотите интерьер? Вот старая, добрая... Тедди, да? Да. Тедди, да. Тедди, да. Старая, добрая, опилковая. Опилковое рукоделие, так скажем. Но это Тедди. Ой, как это все трудоемко. Я только обучаюсь. Это что, с чайной ложкой туда надо все? Ну вот пинцетиком. Вот голова поворачивается. Ручки. Ну, в чем преимущество, вот, например, таких опилковых фигурок? А натуральность. Натуральность. Ткань шульта, глазки, стекло. Угу. Ну, то есть маленьким детям, конечно, нельзя, да? Потому что небезопасно. Да, он может прокусить, например. Да, вот. Угу. Ну, это да. Безопасность, это хлопок. Вот она какая, братва тут. Приятная. Самое важное в покупке — это примерка, да? Вот, пожалуйста. Какая красота! Какое вот это панно симпатичное. Как такое же, как и... Вы автор? Нет, автор... Угу. Ну вот посмотрите, сколько предложений. Сколько предложений для сувениров, для подарков, для новогодних. Вот девочки, посмотри, как они умилительно примеркой занимаются, да? Привет! С Новым годом! Новый год — это всегда праздник, это всегда удивление. Вот какие открыточки интересные тоже. И вы знаете, с фильтрами меняем. В течение там 2-3 недель уже чёрный становится. Да. Вот какая парочка сидит тут, грустит. Вот, пожалуйста, вам. Цвета неба, цвета моря, цвета мечты. Правильно? Вот. Посмотрите, вот. Боже, сколько возможностей для наших людей быть красивыми. Это, просто. Это угу. Сколько труда. Спасибо. С наступающим Новым годом. Ну, покажите, что еще есть. С наступающим Новым годом. Вот, я хочу обратить внимание по цветам. Вот цвета. Какие только угодны и удобны вам. Угу. Это туника. Угу. Да, у нас девочки сейчас очень любят туники с белой блузочкой. И пиджачки тоже любят. Счастливого Нового года! Не болейте. И вот тоже что-то сказочное. Все сияет. Здравствуйте. Все сияет. Все просто манит прямо. Да, манит просто все. И уже даже подходишь к вам, и уже поднимается настроение, потому что здесь все... Да.
фантазии. Помашите нам рукой. Как вас зовут? Алиса. Алиса? Алиса, с Новым годом наступающим. Пусть будет больше приятных, удивительных событий. Да, и больше счастья.